Ежедневно будут работать точки открытых опросов с 15 до 21 часа в будни и с 13 часов в выходные. Мнения жителей принимают в торговых центрах «Вояж» и «Кристалл», а также на набережной. Поучаствовать в опросе может каждый. Зафиксировать предложения помогут промоутеры. В анкете 13 вопросов, которые касаются концепции территории открытого пространства будущего кампуса. Хотелось бы, чтобы в кампусе были какие-то различные увлечения, не только учебные, но там спортивные, может какой-то кружочек танцевальный там на улице, что-нибудь такого там, чтобы студенты могли там отдохнуть. У нас уже больше 1000 предложений, и варианты абсолютно различные. Ну, то есть я знаю, что хотели сделать большую смотровую площадку с лучшими видами на Тюмени, хотели создать именно уникальную тюменскую оранжерею или институт нефти. Вот предложение на самом деле, в чем главный посыл, главная идея — собрать абсолютно разносторонние, абсолютно непредсказуемые и даже самими экспертами какие-то варианты, но они будут интересны людям, и это самое главное. Все варианты рассмотрит экспертная группа из архитекторов и урбанистов. Внести свои предложения можно до 29 июля, в том числе и на официальном сайте проекта «Тюменский кампус.рф».